Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас видео такое вот, небольшое, о том, как хранить рамки. Многие задавали вопрос, как хранить рамки. Что делаю я, чтобы не завелась восковая моль, они у меня хранятся вот так вот. В принципе, в корпусах. Там еще корпуса стоят. Вот тут у меня рамки, ну, более-менее отобраны, подписаны, чистые, которые не откачаны. Здесь у меня перга. Малометки. Вот это уже на весну у нас пойдет. Вот. А тут, ну, так, тоже малометочки, которые после откачки сухие, и после откачки еще так. И вот добрался я до первого корпуса. И сюда вот первый корпус я поставлю бутылку с уксусом. Открою сейчас, я принес уксус. Так, а где он у нас? Так, здесь я принес уксус. Вот принес уксус столовый 9%. У него, ну, вы знаете, запах какого уксуса. Вот он будет выветриваться потихонечку. Вот я так надломил крышечку. Вот он будет выветриваться, стоять вот здесь вот. Бутылка будет стоять. И составляю обратно корпуса. Составляю обратно корпуса и накрываю все это хозяйство полиэтиленом, полиэтиленовой пленкой. Вот так вот это будет выглядеть, и одевается крыша. То есть уксус, в принципе, запах уксуса будет везде проникать, и, соответственно, рамки будут хорошо сохраняться. Потому что там все равно еще есть остатки метку. Вот. Вот получилась такая пирамидка. Литки закрыты. Ну что, вот сезон окончился. Ну, слава богу, что так. Вот. Всем всего доброго. Спасибо.